Черт. Это Оуэнс. Надо ответить. Да. Где ты? У себя в номере. Хорошо, я у тебя за дверью. Он за дверью. А, ясно. Что? А, черт, надо было... Ладно, дай мне пару секунд. Все нормально. Я сейчас его спровожу. Привет. Ты все еще спишь? У тебя же встреча с Макьюэном. Все верно. Позже. Ваше поколение славится нежеланием работать и вялостью. Мне это не нравится. Предпочитаю быть на ногах. Я валяюсь в постели, когда болею. Или когда трахаюсь. И в обоих случаях я всегда лежу на спине, если тебе это интересно. А, нет, вообще-то мне это не интересно. Но спасибо, что поделились. Сарказм. Еще одно свойство вашего поколения. Если хочешь кого-нибудь послать, бери и посылай. А не говори, какой классный пиджак. Это слабость. Постель-то как склокочена. Да, я плохо сплю. Здесь кто-то есть, сынок? Кого этого сыночка назвал? Знаешь, почему ты плохо спишь? Нет, расскажите. Это все из-за ваших айфонов, смартфонов и ноутбуков с компьютерами, которые не выдают ничего, кроме кучи бесполезной информации. Гребаный твиттер. Как будто всем действительно важно, что ты ел сэндвич с индейкой на завтрак. Прости, Панини. Сарказм? Сатира. Черт, в Панини. Послушайте, мы закончили? Ты, может быть. Кого ты встречал в аэропорту? Гарига заставляет вас следить за мной? У меня свои люди в аэропорту. Своего компьютерщика. Зачем? Какие-то проблемы? Ну, теперь их не будет, потому что он приехал. У меня есть рыжий волосок в паху, который чешется в момент опасности. И знаешь, я в последнее время чешусь, как чертова макака. Ясно. Слушайте, нет никаких причин паниковать, чесаться и выходить из себя, потому что дело подходит к финалу. Хороший денек. Ники. Как ты вообще оттуда? О, боже. Заходи, все. Хорошо. Кажется, твой волосок ошибся. Хватит этих любезностей. Оуэнс, классный пиджак. Сам пошел.